Всем привет, с вами Дмитрий Дрогин. Я рад приветствовать вас на канале Гироскутер Шоп. Сегодня мы с вами поговорим про электровелосипед, электробайк от компании Minaco. А именно, Minaco байк в черном цвете. В этом видео вы увидите. Ну, как бензиновый бак, 92-й можно залить, да? Надо на бензоколонке было снимать, заодно бы отрекламировали. Блин, он электрический. Не, ну это бензиновый бак, а он электрический, прикинь. Слушай, блин, а резина Чанг-Янг, Чао-Янг, Чинг-Янг, Чанг-Янг, Чанг-Янг. Как правильно? Чанг-Янг. Еще сексуальный фонарь такой, мне так нравится. Нажимаешь так, раз, раз. Ты что, блин, снимаешь? Ёпта налево. Включай. Итак, дорогие друзья, Minaco выпустила новинку. Можно отнести это все к электровелосипедам, к фэтбайкам. Большие жирные колеса, проходимые. Подойдет для леса данный электровелосипед. Для трасс, города. То есть он вообще универсальный. И самое главное, что очень удобная посадка. Я вот уже на нем прокатился, что у меня рост 180 сантиметров, очень удобно. А также педали, и вот сейчас покажу вам, от коленки до руля большое расстояние, что еще позволяет выше людям с ростом, наверное, до 2 метров кататься на данном электровелосипеде. А также удобно будет кататься и подросткам, наверное, от 16 лет, вот, спокойно можно на нем кататься. По характеристикам мы имеем мощность 750 ватт, 48 вольт аккумуляторная батарея на 18,2 ампер-часа, заявленная дальность 50 километров, максимальная скорость тоже в районе 50 километров. Это мы вам сейчас продемонстрируем. Подходите ближе, и на хвостом ходу я поставил пятую скорость, самую максимальную спортивную. Видите, у нас совсем новый, 2 километра пробега. Крутим, 46,7 километров в час. 47, засчитано. Соответственно, на данном байке можно разогнаться вот до 47 км в час. Если он будет полностью заряжен, у нас сейчас три деления. Мы имеем гидравлические тормоза, что спереди, что сзади. Shimano переключатель скоростей. У нас 7 скоростей механических для того, чтобы крутить педали. И скорости переключаются вот с помощью этого акселератора. Третья, вторая, первая. Также мы имеем поворотники. Свет, включение-выключение и сигнал. Сигнал, как у полицейской машины. Как байк включается? Смотрите, нажимаем кнопку заряда и кнопку М. Байк выключился. Также нажимаем кнопочку здесь. М. Байк включен. Дисплей цветной, информативный, пробег, скорость, передача. Вот, пятая, четвертая, третья, первая переключается. И заряд батарейки. У нас есть в комплекте два ключа. Они у нас вставляются вот здесь вот. Можно отключить питание батареи. Зарядочка батареи находится у нас разъем с правой стороны. Батарея на 48 вольт, 18 ампер. Заявлена 50 км дальности. Shimano. Звездочки 7 штук. Вот, пожалуйста, можете видеть. Цепь. Все сразу с завода смазано. Масло имеется, вы можете сразу спокойно кататься. По комплектации у нашего байка в комплекте идет уже сумка, чтобы вы положили сюда свои вещи, телефон или ключи. Пожалуйста, вешайте, кладите, чтобы не потерять. Также у нас имеется набор инструментов, руководство пользователя на русском языке, что немаловажно, и зарядочка. Заряжается данный байк у нас от 0 до 100% за 5 часов при помощи вот этого блока. Сейчас посмотрим, что мы имеем. Так, ребят, 3-амперная зарядка, максимум 54,6, то есть он 48-вольтовый. 3-амперная зарядка зарядит его за 5 часов, заявляет производитель. А я думаю, что за 6, потому что 18, если мы разделим, 18 ампер разделим на 3, получается 6 часов. Максимум 6 часов от 0 до 100 точно зарядится. Вот. Значит, самое интересное, что мне понравилось у данного велосипеда, вот эта вот ниша.
сюда можно тоже класть свои вещи. Много сюда чего не влезет, но бутылочка с квасом, сосиски, колбаски спокойно сюда войдут. Вы можете поехать на пикник, приехали на своем электровелосипеде и перекусили. Сиденье длинное, тоже, соответственно, можно посадить будет спереди своего ребенка. Вы сядете вот сзади, здесь спереди посадите ребенка. И дизайн. Данный байк имеет дизайн бензинового мотоцикла, да, мопеда, скажем так, не мотоцикла, конечно, слишком громко сказано, мопеда. Похож он на Карпат, как будто бы сюда надо залить бензин, но бензина здесь не надо, только розетка 220 и вперед. Колеса 20-е, значит, фирма колес Чао Янг, я такую сильную фирму хорошо не знаю, специально разработана для электровелосипедов, более усиленная, более толстый слой протектора, и все будет отлично. Если поставить обычную резину, то, наверное, есть шанс, что вы ее пробьете при спуске с какого-нибудь бордюра или стык на асфальт неровно будете заезжать. Здесь все предусмотрено. Спицы черные. Естественно, тормоза дисковые у нас. Смотрите, силовой провод как соединен. Это очень хорошее решение. Здесь папа-мама, можно разъединять. Если байк выше устроен, можно сразу подкинуть другой мотор-колесо и проверить, будет ли работать или нет. Ну что, ребят, пришло время прокатиться. По ухабам, неровностям, неровному асфальту, а вот даже по лесу, я уверен, будет намного лучше, чем на электросамокате. Объясню почему. Колеса большие, еще и широкие, проходимость намного лучше. Вот смотрите, просто берешь и едешь, куда глаза глядят, проблем нет. Если постараться в двух словах описать ощущения, когда нажимаешь на гашетку газа, акселератора, да, что перед вами как будто бы нет границ. То есть прям летишь куда угодно. Естественно, там какой-то крутой подъем 70 градусов он не преодолеет, не для этого он сделан, но лесные тропинки, какая-то легкая бездорожность, она спокойно будет преодолена на этом электробайке. Повторюсь, то, что это классное ощущение. Ну и эффективные тормоза, опять же, видите, я еле-еле нажимаю, гидравлика справляется отлично. Здесь вот лит у нас масло минеральное. Только нажал, сразу плавненько остановился. Классно, классно, классно. Давайте я сейчас одену камеру на грудь, немножечко прокачусь с вами по этому парку. И, может быть, покручу педали, чтобы вы поняли, какое идет ускорение. Может быть, если будет видно на нашем дисплее. Поехали. Мы с вами едем. Я сейчас буду только крутить педали. Воу, ускорение. Сейчас смотрите, кручу педали, газ не нажимаю, вот. Ого! Офигеть! 30 км в час за несколько секунд. А ощущение, то есть вот ты делаешь легкое усилие ног, буквально 3-4 раза покрутил и все, и он погнал, 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 погнал. Так, девушка с коляской, остановимся. Я прошу прощения, у вас, наверное, там будет шум от ветра входящего. Микрофон на камере, потому что камера на груди. Но все же, поехали. 35, 40. Воу. 42 зафиксировали. Акселератор газа не нажимал. Только ноги. Только ногами сейчас крутил. Не знаю, видно ли вам скорость на дисплее. Но ощущение просто. Три раза крутанул, и он вас выкидывает инерцией, такой огромной силой вперед. Обалдеть. Ну, естественно, с бордюров он спрыгивает. Хоп-хоп, на изи. Также запрыгивает. Хоп-хоп. Сейчас, видите, я нажимаю газ уже. И когда нажимаешь газ, хоп, когда нажимаешь газ, тоже он достаточно запас мощности имеет, чтобы быстро ускоряться. Сейчас мы с вами, если найдем... А что найти? Вот нам мы нашли. Съезжаем, ребят. Съезжаем. Хоп, хоп. Нет проблем. Сейчас развернемся на дорогу, чтобы не ехать. Оп. Оп. Оп.
можно было бы и обратно заехать. Но желания такого нет. Сейчас газую просто. Так, все, у нас здесь тоже лестница. Разворачиваемся. Оп. Оп. Так, и теперь давайте педалями. Только ноги работают, здесь не жму. Ощущения непередаваемые. Воу-воу! Причем мы идем сейчас вверх, мы пойдем в гору. Опять нам помешали максимальную скорость замерить. Мы идем в подъем, а мне совершенно легко крутить педали. Да. Электровелик Минако Байк обалденен. Кататься на нем можно и на даче, и в городе. Это точно, совершенно точно. Кайф, ребята. Спасибо магазину Гироскутер Шоп за представленный электровелосипед, электробайк. И подножечек, пожалуйста. Че, сексуальный фонарь такой, мне так нравится. Нажимаешь так, раз, раз. Ты что, блин, снимаешь? Ёпта налево. Итак, дорогие друзья, подводим итог. Значит, данный байк на сегодня стоит в районе 110 тысяч рублей. Курс у нас вверх-вниз плавает по доллару. Так что актуальная цена у нас будет в ссылке под описанием. Не ленимся, заходим туда, смотрим данный прайс на сегодняшний день. Велик весит 40 килограмм, его грузоподъемность 130, вот я вешу 90, плюс еще могу посадить спокойно ребенка 30-35 килограмм вперед, ну, то есть до 40, и это будет еще норма по заводу. Так. Все есть у нас, свет, можно передвигаться в темное время суток, гидравлика спереди, сзади, 5 скоростей, помощник, плюс только электротяга. Батарея 48 вольт, 18,2 ампер-часа, 750 ватт в номинале, максимальная скорость видели сами 47. На ногах я там раскрутил до 40 почти, но очень много людей, поэтому здесь нужна специальная трасса, чтобы было безопасно и можно было максималку на ногах именно выявить у данного байка. 20-е колеса, по росту я уже повторяюсь в третий раз, наверное, от 150 до 190. Смело можно брать. Есть возможность кататься вдвоем, сиденье большое. Имеются у нас поворотники сзади. Даже место под номер специально имеется. Если в дальнейшем по законодательству нужно будет ставить его на учет или получать номер, делать страховку, оно у нас предусмотрено вместе с поворотниками здесь в задней части электробайка от компании Минако. Ну а что, я с вами прощаюсь на этом. Пожалуйста, ставим лайк. Вот так вот в колокольчик, блин. До новых встреч!